Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саводитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радика Чаранодаям Гопиджано Самайоктам Биндаванам Манохарам Ванча Калпатару Вешчаки Пасинда Бивача Патитанам Пабуне Бхавишна Бибхьо Наму Намаха Мукам Кароти Бача Ланг Пангум Ланг Хетгирам Ятки Патам Хангабанди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шнабхакти Пади Деви Саттаваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сварасватин Вясам Тату Жайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катупадеше Гаурия Патрашо Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Варанья Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Виспуржита Камепикабаваду Свадарши Пурнанурагараса Сагара Сарамурти Сарадикамай Кадакивам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджануламбита Бхуджау Канука Бодато Шанкетану Икапитару Камала Йотакшо Вишамбару Диджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманунга Мада Пхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджуша Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаси Джася Астейде Самби Пам Сингамам Хаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Nidraya hyate naktam, bebbaye na cha babayo, divacha arte haya rajan, kutumba bharani nava. Nidraya hyate naktam, bebbaye na cha babayo, divacha arte haya rajan, kutumba bharani nava. Gaudiya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru told, the aversive attitude of Krishna Seva is called calm. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru сказал, что нежелание совершать служение Кришне – это кама. И чтобы избавиться от этой проблемы, мы должны служить тем безупречным, чистым саду Гуру Вайшнавам. Мы должны служить им – это единственное лекарство. Нет никакого другого пути. Мы должны служить безупречным Кришна-севакам. Мы должны служить тем, кто служит Кришне безупречно. Это единственное лекарство, единственный путь только. Те, кто служит Кришне, только они могут спасти нас от этого материального мира и даровать нам прему. Другие люди, они не могут даровать нам прему, это невозможно. И вот непрерывная Хари Гуру и Вайшнава Сева, Шрила Прабхупад говорит, она может помочь дживатмам избавиться от этой материальной самсары. Только и только тогда они могут избавиться от этих проблем, от этой болезненной ситуации. Иначе материя, она должна быть, никто не может избежать ее. Шрила Прабхупад дает наставление, пожалуйста, не запутывайтесь в материи. Материальная запутанность очень опасна. И можно погрузиться в океан Майи и не смочь выбраться из него. И Шрила Прабхупад дает такое наставление, не пытайтесь быть заняты в каких-то материальных делах, в служении Майи. Не думайте, что вы совершаете Кришна-севу и немножко можно Майя-севу совершить. Нет, Шрила Прабхупад говорит, не может быть, не нужно, поскольку если вы совершаете Кришна-севу, какова ваша цель? Достичь лотосной стопы Верховного Господа, обрести даршан Господа. И Шрила Прабхупад говорит, обычные люди, они глупы и говорят, что мы можем совершать какую-то Кришна-севу и Майя-севу также. И смеси этого, смеси Майи с Кришной, кто-то хочет обрести Кришну в смеси с Майей. И Шрила Прабхупад говорит, это невозможно. Кришна говорит, а то есть люди хотят Кришну обрести, но в смеси с Майей, но это невозможно. Хари, он за пределами этих 14 миров и за пределами всех материальных представлений, и как это возможно для нас подумать, услышать о нем. Конечно, мы немного слушали о Верховном Господе, поскольку если встретимся с чистыми саду, они говорят о Кришне. Но чтобы понять его, это очень сложно. И даже если мы слышали. И вот если мы даже будем слушать так много, но не уделять внимания, то в этом большая проблема.
А если мы искренне, то тогда никаких проблем нет. Постепенно мы возвысимся. Я уже сказал, что это практически невозможно для нас избавиться от влияния майи или от кармы. Карма, она бесконечна, анади. Анади значит, мы не можем найти ей никакого начала. Мы не можем найти, когда же карма началась. И джива, она с бесчисленных времен путешествует таким образом в каждом рождении, что-то делает. И вот это все складывается, и то, что остается, оно остается у дживы, и она вынуждена страдать или наслаждаться плодами своей кармы. И вот в этих 14 мирах, кто совершает Кришна-бхаджан, кто может совершать Кришна-бхаджан, и это очень важный вопрос. Вчера я пытался сказать о чем-то, но не смог закончить. И вот вчера я сказал, что в Шри Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, то, что есть много джив в различных формах. Они находятся в этом материальном мире, они скитаются по этим всем 14 мирам. Есть живые существа подвижные, неподвижные, те, кто могут двигаться или нет, и те дживатмы, которые могут двигаться, они на четыре категории разделяются. Главных вот те водоплавающие, земноводные, те, кто на суше живут или летающие. И вот среди них, если посчитать, то количество людей, оно очень мало. И вот количество людей очень мало. И после этого, если среди людей тоже млечхи, всякие кулинды и прочие такие нецивилизованные считающиеся, которые и среди них очень мало те, кто могут признать веды, те, кто могут. И опять же, некоторые внешне только могут принять веды, но не внутренне. И вот среди этих всех людей последователей вед очень мало. Поскольку среди даже половина среди тех, кто вроде бы последователи вед, но они внешне только выражают почтение, но сердцем не принимают эти веды. Поскольку они совершают различные греховные действия, которые запрещены в ведах. И вот те, среди всех, кто следует дхарме, и даже среди тех, кто следует, не у всех есть четкое представление о дхарме. Дхарма значит, я уже говорил, что это Бхагавад-дхарма, но не каждый может понять и принять. Бхагавад-дхарма — это Атма-дхарма. И вот вне зависимости от веры, происхождения и убеждений, каждый может следовать этой Бхагавад-дхарме и обрести результат. Но опять же, Бхагавад-дхарма, она не ясна для всех. Кто-то думает, хорошо, совершать дхарму артху каму мокшу, чтобы получить какие-то материальные блага, для этого не совершают. И согласно их состоянию, их прежним самскарам, они что-то делают. Дхармачари, так называемые. Those who are going to admit that Veda is okay.
But they are still they are doing all sinful activities, which is not written there in Veda. Я еще не говорю о тех, кто такие, ну, как внешние последователи. По них я не говорю. И те, кто думает, что они следуют дхарме. И для таких людей концепция дхармы, она не ясна, не карма. Карма занимаются. И среди них, среди этих тысяч карми, может, есть один гьяни. И вот если среди их и вот среди гьяни значит те, кто могут осознать, что Бхагаван вездесущий Верховный Господь, Он есть те гьяни. И вот среди десятков миллионов таких гьяни можно найти очень мало тех, кто свободен от всех материальных этих обусловленностей. Среди десятков миллионов таких освобожденных душ и вот найти Кришна-бхакту среди миллионов таких этих мукт очень сложно, и таково положение таких Кришна-бхакт. И вот среди всех этих мукт, если тот, кто осознал Атхокчжавасту, те, кто совершают баджан, ну, в общем, смысл, что таких людей их очень и очень мало, те, кто занимаются Атхокчжасевой, те, кто служит Атхокчжавасту на Райне, Бхагавану. Они очень и очень редки. Вот здесь слово «шанта» значит «спокойный», а «прошанта» значит «полностью умиротворенный», «полностью спокоен». Просто слово такое «умиротворенный» — это можно к этим простым материалистам употребить это слово, что они в сатвагуне они умиротворены, а прашанта — тот, кто полностью умиротворенный, тот, у кого нет ни капли камы. Иначе Вайкунтхавасту, Атхокчжавасту, как же служить ему, где Рупа Госвамипад, он уже сказал, что что такое Атхокчжа? Атхокчжа значит Вайкунтхавасту, Бхагаван, Верховный Господь. И вот Атхокчжа и Акшаджа Гьянам, знание, которое можем обрести с помощью органов чувств и ума. Но Верховный Господь, Он находится в своей собственной трансцендентной обители, и это все материальное, оно не касается Его. Тут заново перевести, запутался. И вот, а почему у Кришна-бхакта есть такое качество
полного спокойствия. И вот такие редкие. Кришна. И вот если мы будем продвигаться выше и выше с огромным желанием служения Господу, как в Раджавасе, то тогда вопрос Кришна Бхаджана возникает. Кришна Бхаджана, он тоже есть разные категории: Дварака Диш, Матхура Диш, Вриндавана Диш, Кришна и прочие. И также в Гите говорится. Бесчисленные люди во всех, и вот имеется в виду среди всех живых существ количество людей очень мало, и среди них те, кто хочет обрести совершенство. Среди людей очень мало таких, очень мало стремящихся к совершенству, к сиддхам. И те, кто пытаются стать совершенными, среди них очень и очень мало. Они могут знать меня согласно моей татве. Они могут осознать, что такие люди, они очень и очень, такие люди очень и очень редки. Это очень редкое, мы не можем ожидать. Кришна Бхаджан, он очень и очень уникален, и мало кто совершает Кришна Бхаджан. И вот это, и также о ведах. Если мы не сможем понять это очень важно понять. Вчера я говорил на эту тему, но я думаю, не было достаточно ясно, и поэтому я подумал, что нужно более обширно обсудить эту тему. И вот у нас есть какое-то представление о веде. Веда — это апорше. Никто не делает веды, никто не сотворил веды. Все правила от предписания, как и что делать, и наивысшая цель вед. И вот изучив веды, если вы не сможете, не увидите указания на Кришну, на Верховного Господа, то ваше изучение вед бесполезно. Те риши и муни, они тоже запутаны, они не могут понять. Риши и муни, они веда, она вечно присутствующая. И иногда веды являются в этом мире после творения по желанию Верховного Господа. Веда является в этом мире в виде ведических гимнов, мантр. Но эти мантры, они приходят сюда из трансцендентного мира через Риши и Муни. Но это не значит, что Риши и Муни, они создают эти ведические мантры. Они не творцы. Они не те, кто пишут ведические гимны, они не источник этого, они дрошта. Они не шрошта, то есть не творцы, а дрошта. Те, кто смотрящие, те, кто увидели эти мантры и явили в этом мире, как Гаятри мантра, она явилась перед Вишвамитра Муни. Прачодаят. Можно получить вдохновение от них с помощью этих мантр, когда мы
получай мантру из подлинного источника, авторитетного саду, кто сам обрел эти мантры в своей жизни в живом виде, живом, такие живые мантры, не мертвые мантры, а именно живые. И если вы от этого саду получите такие мантры, если вы достаточно удачливы, то тогда Шрила Прабхупад говорит взять этот совет, это наставление этих мантр. То есть вы получаете посвящение у какого-то саду и получаете какие-то мантры и инструкции, как их читать, но это не настоящая дикша. Дикша Шрила Прабхупад говорит, что Шрила Гурудев должен помочь ученику осознать подлинное значение мантры, мантра Артху. И до тех пор, пока вы не понимаете глубинное значение этих мантр, то вы не можете обрести дивья-гьяну, божественное знание. И что это? Просто помнить мантру – это мало. Мантра Артха, значение мантры, если вы не понимаете, не знаете, кто такой Атхиштандева, это мантра Дева, такое господствующее божество этой конкретной мантры, которую вы повторяете. И пока вы не встретитесь с этой мантра Деватой, то не достигнете успеха в воспевании этих мантр. И вот мантра Бикша, а мантра Дикша значит обрести божественное знание. Это очень-очень редкое явление сейчас. Если не 100%, то на 99%, но очень и очень редко. И вот Веда на Апуруше. Апуруше значит, никто не может заявлять, что я написал Веды. Веды, они автоматически являются в этом материальном мире по желанию Верховного Господа. С помощью Ягьявалка Риши, например, какие-то мантры явил Васишта Муни, тоже явил, и различные Муни Риши, они видят эти мантры и записывают их, и в таком письменном виде, в такой письменной Веды, вот раньше Веды назывались, ну и сейчас называются Шрути, раньше не было Веды в письменном виде. Только услышав, мы должны были запомнить, и вот смотрите, их какая была великолепная память у людей в прошлом. И после этого Двапара-юга, в конце Двапара-юги Вьясадев, когда явился, он явился как Бхагаван Шакти Вишаватара, и он подумал, что было бы хорошо это все записать. И вот он явил Веду вот таком в письменном виде. До этого все было в виде звука Веданта и прочие Упанишады и прочие все писания, они были в шабда форме звука. И Вьясадев он явил их в записанной форме. И вот Веда, она очень редка. И Бхагаван все описывает косвенно, не прямо, иносказаниями. И вот Бхагаван вот всегда говорит иносказаниями, и это воля Бхагавана. Иногда он что-то, конечно, прямо говорит, но в большинстве случаев нет. И вот Бхагаван всегда косвенно говорит, не прямо. Веда. Риши Муни, они также говорят иносказаниями, и таким образом они записали все Веды, Пураны и прочее. Особенно про Веды я говорю, Веда. Насчет Вед, великие Риши и Муни, они тоже иногда запутаны, не могут понять, что и где. И есть много советов там, люди могут говорить, что
Вот в Ведах говорится, что нужно делать то или иное, но это не совсем так. Наивысшая цель Вед, чтобы показать лотосные стопы Верховного Господа, вначале всего нужно это ясно и четко понять. Веды, они не скинут нас в океан Майи, это не желание Вед и не цель Вед. Поскольку вы полны Майи, вы не можете избавиться от желания наслаждения, материя влияет на вас, и таким образом, по крайней мере, если вы привыкнете контролировать свои органы чувств, склонность к наслаждению, и поэтому таким образом различные предписания даются, советы, через которые люди могут делать это. Но в итоге Веды хотят, наивысшая цель Вед – это указать, показать лотосные стопы Верховного Господа Кришны, не что иное, но не все понимают это. Даже что такое карма, викарма, и об этих вещах также люди иногда запутаны, не могут понять, что, где, когда. Карма, карма, викарма. Это Веда, это не материальные вещи, есть различные с этим наставления Вед, но люди запутаны, что о людях говорить, даже Дивья-сури. Это слово значит те, кто видят прошлое, настоящее, будущее, они тоже запутываются в карме, викарме и вот во всем остальном. Почему люди запутываются? Поскольку Веда — это Сакшат Ишвар. И вот Бхагаван и Веда не отличны друг от друга, и поэтому кто может узнать Верховного Господа, это не так просто. И преданные, благодаря своей преданности, они могут узнать Верховного Господа, это не шутки. И поэтому можно вспомнить, когда Парикшит Махарадж, он хотел сказать, что достаточно. Я хочу оставить все и пойти в какое-то уединенное место Сукарталу на берегу Ганги. Там, куда пришел Шукадев Госвами, чтобы говорить Бхагавад Катху, но перед этим можно вспомнить, я много раз говорил, все различные риши муни, они пришли, они узнали автоматически, как они узнали Парикшит Махарадж. Он в Индопрасте был, в Дели сейчас, а риши муни, они здесь и там разбросаны были. И как это возможно было, что они узнали, собрались в одном месте, которое и как они узнали обо всем? Как они узнали, что приходит Парикшит Махарадж и будет у них великая возможность обрести сатсангу? Их сознание было очень высоко, поэтому они как-то узнали об этом. Они знали, что Парикшит Махарадж собирается оставить тело, и мы должны находиться до того момента, и потому что можем слушать Харикатху в это время. И вот Парикшит Махарадж так и сделал. И потом, когда все собрались, все риши муни, все давали ему различные советы, различные способы давали. Ришина Гьяна Марги говорили ему о Гьяне, другие о карме, аштанга-йоге и прочих вещах, но Парикшит Махарадж не был доволен, поскольку он находился в династии Панчапандавов, поскольку Кришна уже спас его. К
когда тот был внутри чрева матери, он был спасен Кришной, и это естественно, что он стремился к Кришне. И когда Шукадев Госвами пришел, тогда все выразили ему свое почтение и захотели помочь ему найти какое-то решение для Парикшит Махараджа. Никто не мог сказать ему, что делать, только Шукадев Госвами, он дал ему такой прекрасный совет, чтобы решить все его проблемы. Все что-то пытались сделать, но не получалось у них. И вот Парикшит Махарадж, он спросил, он задал вот этот вопрос. И опять вопрос кармы возникает. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, что я должен делать, какую карму, чтобы решить, найти постоянное решение всем проблемам. Те люди, они обречены на смерть. Несомненно, это произойдет. И в этом состоянии Парикшит Махарадж спрашивает, мы все обречены на смерть, и те, кто обречены на смерть, для них каков лучший путь совершения баджана, чтобы они нашли постоянное решение своим проблемам. И поэтому Шукадев Госвами, он дал такой ответ: о царь, пытайтесь понять его слова. Кто такой вообще Рай Рамананда? У нас нет права даже его имя повторять, но все же мы пытаемся что-то узнать о нем. И мы должны узнать все о Рай Рамананде, почему Бхагаван именно от него слушает. Почему он выбрал его, чтобы тот явил пример сада-садан-татвы. И вот Парикшит Махарадж, он задал такой вопрос, и Шукадев Госвами отвечает: внимательно слушайте, этот неврити мананам, значит, те, кто присытился тому, кому надоело. И вот те, кто слушает Харикатху, можно видеть, что кто-то вроде слушает, но не избавились от склонности к наслаждениям, и все равно это хорошо, если они присытятся этими наслаждениями. Или они признают, что уже нужно было бы оставить все это, но не могут, но по крайней мере признать этот факт, что они не могут избавиться от привязанности к наслаждениям. И вот если они хотя бы себя будут критиковать за свое такое поведение, что не могут остановиться, стремиться к каким-то бренным наслаждениям, и это уже хорошо. И поэтому, если наше сердце не запутано, это очень хорошо. И поэтому я вчера говорил, что вот Шабари Риши, почему она достигла успеха? Потому что ее сердце было просто, не запутано. И вот Шукадев Госвами, он дал такой совет: о царь, те, кто хотят стать бесстрашными, кто может стать бесстрашным? Никто не может стать бесстрашным. Это практически невозможно. Так или иначе, какой-то страх будет следовать за вами. Несомненно. Тот или иной страх, он будет как-то влиять на вас. Без страха сложно жить. Но имеется в виду избавиться полностью от него. И только Бхагава-дхарма может сделать вас полностью бесстрашным. Никакая иная дхарма. Есть различные виды дхарм, но никто не может помочь, кроме Бхагава-дхармы. И вот обычные люди, у них нет никаких представлений о дхарме.
никаких четких представлений о дхарме. И вот таким образом Шукадев Госвами говорит «Этат невритиманам» вот эту шлоку. Те, кто по-настоящему заинтересованы, чтобы стать бесстрашными, для них я могу сказать, Шукадев Госвами говорит: уже решено, все риши муни не решили, что только и только если мы будем прославлять имя, славу Верховного Господа и Его деяния, это лучшее средство от всех проблем. И вот в этой шлоке йоги нам, значит, среди всех йоги, здесь это слово йоги, это открытый термин. Он применим как карма-йоги, как и гьяна-йоги, дьяна-йоги, и раджа-гухи-йоги, и бхакти-йогам, ко всем применим. Этот термин здесь открытый, значит, йога — обрести связь с Верховным Господом. И с таким представлением мы должны начинать изучать Рай Рамананда Самвад, иначе мы запутаемся. Слишком запутанно может все выглядеть. И вот, в начале всего, этат невритиманам, вот эта шлока. Акуто значит бесстрашие. Только Бхагават Дхарма может сделать нас бесстрашными. Бхагават Дхарма значит Атма Дхарма. Это не значит, что если мы находимся в Италии, не сможем стать успешными. Почему? Кто говорит об этом? Хотя слоны и смотрите, и животные и прочие достигают успеха. Иначе Шрила Бхактивинода Тхакур почему говорит в своем киртане, что просит он Господа, чтобы родиться в согласно своей карме, если я рожусь даже с животным, то все равно, о Господь, если есть бхакти, то и вот то, если есть бхакти у человека, то если человек даже становится такой в следующей жизни животным или зверем, но главное бхакти сохранить сердце. И вот смотрите, Джатаю был птицей, и он достиг успеха, получил милость Рамачандра Гопалдас. Он получил милость Расикананды Прабху, хотя был в слоновьем теле, он служил Гуру Вайшнавам, несмотря на то, что был слоном. То есть это если в животной форме кто-то родился, это не значит, что он не достигнет успеха. Но мы... Если мы думаем, что мы там с Запада не можем ничего делать, исследовать, или там с Востока тоже не можем, это неправильно. Если мы получили милость Гуру Вайшнава, Гуру Вайшнава они не эгоистичные, они беспристрастные. Я уже говорил, что бхакти, она парам сватантра, она полностью независима, когда и как и почему придет она в нашу жизнь, это неизвестно, от нее зависит. Поэтому я вот говорил, Лакхахира получила бхакти, хотя работала проституткой всю жизнь, а получила, вроде занималась такими скверными делами, а стала преданной, причем очень высокого уровня преданной, по милости Харидаса Такура, что великие ачарьи приходили и получали даршан ее лотосных стоп. Великие маханти, они читание читамрити описывается, что великие ачарьи приходили, получали даршан этой лакахиры, которая была вещей и проституткой. И также в случае с Пингалой. В Пуранах есть
предысторию, но все равно очень сложно. Вроде бы она занималась всякой ерундой, но как она развила такое чувство? Она поняла, что занималась всякой ерундой, а если бы служила Парампурушу, этому прекрасному Кришне, то тогда бы она обрела все. И вот, и посмотрите, если на случай Кубжи в Мадхуре, только она очень стремилась к общению с Кришной, и Кришна исполнил ее желание. И это странно, когда, как, где, почему Бхакти она придет в нашу жизнь в то время, как другие люди не могут ее обрести. Я уже говорил вот о случае с Шуклом Брахмачари, он, смотрите, он Брахмачари, всю жизнь Брахмачари соблюдал с рождения, и одним молоком питался, такие аскезы. А ничего не готовил никогда, только молоком питался, суровая аскеза, но что Махапрабху ответил, мы должны вспомнить, и тогда получим какое-то вдохновение. И вот Махапрабху сказал, что если ты думаешь, что просто если будешь пить одно молоко и совершать аскезы, то ты достигнешь меня. Это не так. Демоны, асуры, они совершают аскезы. Что толку от их аскез? И причем такие аскезы совершают, что для людей практически невозможно. Как Шакуни Нанда, например. Он поймал Шанкар Бхагавана, хотел свою руку положить. А, то есть он просил... А, этот Врикасур, Шакуни Нанда. Он аскезы какие-то совершал. Он отрезал куски своей плоти и предлагал это все Шиве в огонь. И даже голову свою уже... А, то есть он собирался только отрезать свою голову, чтобы предложить ее огню. Но тут Шива пришел, что делаешь? Что тебе не живется? И Шанкара Бхагаван прикоснулся к нему, все, его тело восстановилось. И вот этот Шакуни Нандан попросил такого благословения, которое бесполезно. И вот Шива спросил, что ж ты хочешь? И тот, у него план был такой, хотел Гоури похитить. Гоури — это Шакти Шанкар Бхагавана. И тот был очень хитер, хотел похитить жену Шивы, но это жена Шивы, это Пракрити Деви. А демоны не понимают этого. Те, кто стремятся к общению с противоположным полом, для них я хочу сказать, что они находятся в майе, поскольку так или иначе они наслаждаются майя деви, пракрити деви. Мужчина наслаждается женщиной, женщина мужчиной, это ее шитсанга, но все это пракрити. Все наше тело дано нам Майя Деви, и если у нас есть склонность к наслаждению, мы наслаждаемся Майя Деви. А из-за этого только различные болезни могут появиться у нас. И сложно будет избавиться от них. И вот Шакуни Нандан, это Дврикасова, Шакуни Нандан, он...
И, в общем, он попросил такого благословения, чтобы, если он кладет руку на голову кому-то, чтобы голова отваливалась у такого человека. И вот он сказал Шиве, что хочет этого. Шива сказал: невозможно. И что толку тебе от этого? Но, в общем, они спорили, и этот Шанкар Бхагаван согласился. И тот еще хотел проверить, как работает его благословение на самом Шиве. Но Господь спас его. И вот Кармаканда, она вся запутана очень. Кармаканда настолько запутана, что никакого решения мы не можем найти. Я могу еще один пример привести, чтобы вы поняли, какая опасная ситуация из-за кармы может произойти. Вот можно вспомнить Сваргарадж Индра. И вот Индра Махарадж, так или иначе, он был очень горд. Брихаспати, его девагуру Брихаспати пришел, и тот даже не подумал, чтобы встать и выразить почтение своему гуру. Он был оскорблен этим поведением и ушел. И сказал, что я пойду в такое место, что вы меня больше никогда не найдете. Еще у него была мантра, с помощью которой он мог становиться без невидимым. Адриша там таким невидимым никому. Даже Индра весь день и ночь мог найти его, но куда этот Брихаспати пропал, нельзя было найти. Он так и исчез. И после этого Индра Махарадж был в двойной проблеме, поскольку он гуру оскорбил, это плохо. И последствия этого пришли в его жизнь. Он хотел ягью совершить, это тоже часть кармы. Из Гиты я могу пример привести, когда творение было, то совет Брамы был всем дживам. Я могу напомнить вам о том, что говорится в Гите, и там с помощью Верховного Господа Брама был успешен в этом своем творении, и там Брама хотел примирить как-то людей и полубогов. Вы должны совершать ягью, но ягья Пуруш — это Вишну, но обычные люди не понимают этого. Яги — это во всем мире, не только во всем мире, а во всех бесчисленных мирах, и, ну, по крайней мере, вы в этих, во всей Брахманде имеется в виду, во всех мирах, если что-то кто-то делает, это тоже один из видов яги, но они не знают, что... Когда кто-то выражает ягью, почтение яги, карма яги, ну, Махарадж имеет в виду, что никто не может избежать того, чтобы совершать карму. Единственное, что нужно, найти такую тактику, через которую можно совершать карму и не обуславливаться ею. И как это делать, чтобы проблем не было такой кармы. И вот в третьей части Гиты Кришна говорит Арджуне такую шлоку. Никто в этом материальном мире не может избежать того, чтобы совершать карму Майвади,
вроде заявляют, что они ничего не могут сделать, если они избегают кармы, это разве возможно для вас? Вам что-то нужно для своего тела делать, поддерживать тело, есть, спать, это тоже карма, как вы ее оставите? И те, кто говорят, что не оставляют карму, это неправда. А нужно знать технику, как совершать карму, чтобы в ней не запутаться. И вот в третьей главе Гиты говорится, что никто даже часть секунды не может избежать кармы. Поскольку Пракрити так или иначе, из-за влияния Пракрити, вы вынуждены делать это. Вот вы пьете воду, поскольку нужно пить, отдыхать нужно, спать нужно. Это тоже под влиянием Пракрити все происходит. Вы чувствуете вожделение, желания какие-то. Это тоже влияние Пракрити. Все, что вы делаете, осознанно или неосознанно. Какие-то комары прилетают, кусают вас, и ваша рука автоматически их убивает. Это тоже карма. Это неосознанно делаете, вот вы что-то съели, и как это все переваривается, вы не руководите этим процессом. Оно само происходит. Это все с помощью Пракрити происходит. И вот так пища переваривается, усваивается, все ненужное выходит, отвергается. И думаете ли вы об этом, как переваривать пищу? Это автоматически происходит. И Кришна говорит: поскольку мы не вне Пракрити, а внутри ее, поэтому мы находимся под ее влиянием, а чистые гуру Вайшнавы, они как раз не подвержены влиянию Пракрити, а те, кто утверждает, что они успешны в том, что они не подвергаются никакому влиянию Пракрити, то это ложь. Поскольку Кришна вот в следующей шлоке говорит: и вот внешне кто-то показывает, что может контролировать свои органы чувств, но это не так. Внутри своего его ума материальные мысли происходят. Внешне он вроде бы ничего не делает, но так происходит. Даже если кому-то 80 лет, то это не значит, что человек вне камы. Может, кому-то 80 лет, но опять же, человек 80 лет тяжело наслаждаться женщинами, но, как правило, склонность к этому наслаждению, желание, оно есть. Хотя физический человек уже не может что-то делать или есть какие-то вещи определенные, но желание есть, осталось. И вот если кто-то внешне пытается избежать чего-то, но это неправда, поэтому я говорил, во всех 14 мирах вы не можете поверить никому, кроме чистых гуру Вайшнавов. В этих 14 мирах даже полубогам вы не можете поверить. Это одни проблемы из-за этого возникнут, только Шанкар Бхагаван, Индра, Нарада, они их помогают, но иногда обмануть могут. И поэтому без чистых гуру и Вайшнавов мы не можем, имеется в виду, мы можем поверить только чистым гуру Вайшнавам, а если поверим кому-то еще, то проблемы могут возникнуть. И вот посмотрите на положение чистых гуру Вайшнавов. И также завтра я буду говорить о том, насколько
редки гуру вайшнавов, гуру и вайшнавы. И вот сейчас смотрите. Те, кто то есть кто-то заявляет, что их органы чувств под контролем, но кто может проверить это? И вот Кришна Бхагаван говорит, что такие люди, которые заявляют, что их органы чувств находятся под их контролем, то такие люди, как правило, лжецы. Тот, кто заявляет, ну, и Махарадж имеет в виду, что лучше признать то положение, на котором мы находимся, и не гордиться чем-то, как мы видели, например, каких-то великих преданных, которые живут жизнью домохозяина, они живут своей жизнью, не гордятся ничем. И это очень хорошо, гораздо более благоприятно, чем совершать какое-то отречение на показ. И когда Махапрабху сказал, что сегодня я буду танцевать, а сегодня будет драма в доме Чандрашекара Ачарьи, но присутствовать могут только джитендри, те, кто контролирует свои органы чувств. И тогда Двайта Гасай сказал, что тогда мы не сможем увидеть твою драму, поскольку мы не можем контролировать свои органы чувств. Это он сказал из-за смирения. И Махапрабху засмеялся и сказал: а если ты не достоин, то кто же достоин присутствовать там? И Махапрабху благословил их, что те, кто будут видеть эту драму, то я благословляю их всех, что никакого материального вожделения они не будут чувствовать. И это было его благословение, но те материалисты, какие-то йоги, из-за оскорблений. Как Шабаримуни 60 тысяч лет совершал аскезы, но увидев совокупляющихся рыб, он почувствовал вожделение и в итоге пал со своего положения. И вообще, если вы хотите избавиться от этих проблем, вы должны найти такой путь, который применим в вашей жизни. И мы можем следовать этой процедуре согласно вашему статусу. И вот вы вроде бы вне кармы, не вне кармы, но можете сделать что-то, что делаете карму, но эта карма не будет приносить проблем. И вот Кришна говорит: те, кто говорят, что избегают кармы, это ложь, поскольку они все равно что-то должны делать, есть, спать и прочие вещи, это все тоже карма. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: смотри, все, осознанно или неосознанно, совершают карму. Все действия, это все карма-яги, все какие-то действия делают, что-то учат, делают, производят, изобретают, изучают, это все карма-яги. Вот сейчас я отвлекусь на, да, и потом вернусь к главной теме. И вот все заняты кармой, делают что-то, но если вы будете знать технику кармы, поскольку Кришна Бхагаван говорит: те, кто знают технику совершения кармы, они у
Вот я не раз слышал, то попозже скажу. Вот кто-то, если готовит, то есть, но смысл в том, чтобы посвящать все свои действия Верховному Господу. Например, если мы готовим, то нужно готовить для Господа и предлагать Ему. Поскольку если кто-то для себя готовит, то это все карму и ее последствия он на себя берет. Как, например, какой-то преданный готовит для Господа утром, например, это бхакти получается. А если вечером какой-то человек приходит готовить как на работу за зарплату, то такое уже другое совершенно получается. И вот Махарадж, когда маткам завидовал, он иногда готовил. Но готовил по очень высоким стандартам, чтобы никто не видел, не слышал и представления не имел, что готовится для Бхагавана. И вот смысл в том, что если наше настроение, оно благоприятно для... То есть если мы готовы посвятить свои действия Кришне, то это гораздо лучше, чем... что-то делать, как обычную работу. И вот во время Шридхара Махараджа какой-то преданный жаловался, что преданные хотят чапати есть, а их сложно готовить, времени много занимает. Раз говорит, что если вот во время Пурушоттамврата кому-то тяжело есть рис, можно кичри делать не из риса, а из пшеницы с овощами или горох с овощами, ну или что-то такое, если у кого-то там непереносимость к рису, например. Бхагавад-гите говорится, что если какой-то преданный с огромной любовью и преданностью предлагает что-то, то он принимает. Даже плоды, цветы и просто воду, то Господь и это принимает. Однажды Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж во Вриндаване, после того, как все преданные приняли прасад и пуджари, и вот Махарадж, он последний ел, вот начал есть прасад, и после этого он увидел волос попался. В этом просаде Мадхава Госвами Махарадж позвал пуджари и сказал,
что сегодня я тут волос нашел в этом вот просаде. Сегодня Верховный Господь постится, что правда, да, это осквернено. Имеется в виду, что он сказал, что Кришна не ел это, поскольку тут волосы попались. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, его стандарт, его ачарон был очень высок. Он был великим ачарьей. И вот но потом еще раз попался волос какой-то, но уже до того, как раздавать начали. И Мадав Махарадж сказал, что это все надо взять и выкинуть в Ямуну, чтобы рыбы и черепахи все это съели, поскольку для Господа нужно, нельзя, чтобы волосы в еде попадались. И вот если кто-то есть, что-то делает с настроением яги, то это хорошо. А если не делает так, то это причина обусловленности. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что весь мир осознан или не осознан, каждый какую-то ягью совершает. Но они могут не знать, но карма — это тоже ягья, карма — ягья. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: «О, Арджуна, когда Брахма сотворил этот мир после творения, Брахма дал совет этим населению, то, что раньше, до творения Брахма, он дал совет людям. И вот когда Брахма был занят творением, это тоже ягья, сришти ягья. Ягья творения. И Шанкар, когда уничтожает все это, тоже ягья, ягья разрушения. Девано, Авая, Танино, Те Дева, Бхайо, Авая, Стува. Девано, Авая, Танино.
И вот люди, которые не понимают, кто такой Верховный Господь, они совершают яги в честь каких-то полубогов и получают помощь о них, как и полубоги получаются, и плоды яги, так и они также помогают тем, кто это совершает все. И если мы что-то делаем без чувства яги, то это все бесполезно. И Бхагаван Шри Кришна говорит, после того, как вы совершили ягью, то и после этого вы принимаете просад от этой яги, то это очень хорошо. That's why he said, whatever you cook, whatever fruits you bring from market, you offer. И вот если мы что-то вот покупаем, какие-то фрукты на рынке, например, их нужно все предлагать Верховному Господу. И те, кто берут остатки яги. И те, кто принимают то, что осталось после яги, то это очень благоприятно, поскольку если мы едим что-то, не предложив это Господу, то это получается, что мы вкушаем один грех. То есть, если мы что-то делаем или едим, не предложив это Верховному Господу, то это просто грех. Те, кто готовит для себя, они совершают грех. И пытайтесь понять, что такое ягья. И также я хочу рассказывать о другой шлоке. Когда я буду говорить о Гите, там я вспомню это. И вот из яги можно спросить, что делать, если ягью мы не будем делать, но яги нужно совершать, поскольку благодаря этой яге все творение, оно поддерживается. Новые дживы являются, все другое происходит. И коровы. Вот слово «Анна», например, для... Кто-то думает, что это просто рис, но «Анна» — это более глубокое слово, значит буквально «еда». Ну, даже не «еда», а то, что... Вот для коров, например, «Анна» значит вот, трава или что она там есть, а для тигра «Анна» значит то, что он ест. Он плотью какой-то питается, а для коровы — это трава. Такая естественная еда. Для людей это... пшеница, рис и прочие злаки, фрукты, овощи, вот это анья. Если мы не будем есть, то мы не получим силу для своего тела. И вот в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, из этого риса они, все дживатмы, они приходят в этот материальный мир. Он имеется в виду из пищи. Благодаря пище все живые существа, они появляются в этом мире. Поскольку, а если не будет дождей, то как вырастет рис и прочие злаки, прочая еда? А откуда появляются облака, тучи, дождь? Они появляются благодаря яге. И если никто не будет совершать яги в этом материальном мире, то автоматически вода всех рек,
озер и прочих водоемов, оно и, ну, в общем, в общем-то, из этого круговорота живые существа рождаются благодаря круговороту воды в природе. И, а чтобы это все происходило, без нарушений нужно совершать яги. Те, кто не понимают, что такое яги, они все равно ее совершают. И как в заключении я могу сказать, что карма, она должна быть, из кармы происходит яги. А карма откуда? Карма, она из Брахмы. И эта карма всех джив, она анади, она бесконечна. И как они могут понять Гануга Баджан, Рупануга Баджан, если каких-то простых вещей не знают? Почему Рай Рамананда говорит об этом, если сначала это должен прояснить, а потом говорить дальше? А Брахма откуда происходит? Карма из Брахмы. А Брахма откуда? Брахма from Ekakshar Brahma. Om iti Ekaksharam Brahma Bharam Anusmaram Anusmaram Jograti Teyana Deham Sayati Paramangati. So you see, Om iti Ekaksharam. Ultimately we can find the form of Mahamantra is there. И вот Брахма из Om iti Aksharam. То есть в итоге получается, что Брахма исходит из этой мантры. Ясмат кароти то ахам акшарат опи уттам. I told already. You know. Ато веде ча локе, ато веде локе ча прасито пурушоттам. I am celebrated in this whole world as Purushottam because I am beyond this material conception. Purushottam. Parama Purusho Bhagavan Sri Krishna. Parapara Krishna. So all Jivatma come this way. After that is one, there is one big chain. There is a big chain. If this chain is disturbed, then it can bring some problem, natural calamity. So this kind of cyclic order, this cycle, we should allow to go on according. И вот этот цикл, он происходит по желанию природы, и автоматически это все происходит. Природа, она контролируется Верховным Господом, и согласно его желанию все должно так и быть. И Пракрити, природа, она действует в соответствии с его желаниями, и таким образом этот цикл кармы мы не должны нарушать. Если мы будем нарушать его, то одни проблемы возникнут из этого. И поэтому я говорю, что нет никакого места, где не было бы кармы. Брахма Парат Маракилешвар, все происходит по его желанию. И если мы будем следовать этому естественному порядку вещей, то все будет хорошо. Если будем нарушать, то ничего хорошего не будет. И вот главная проблема в нашем сердце, то, что мы ищем врага
вне, но Бхагаван говорит: у Арджуна враг, он внутри тебя, внутри твоего сердца, кама, кротха и... Еще раз повторю. И вот Арджуна спрашивает, почему люди, они хотят, вроде не хотят совершать какие-то греховные действия, но почему не совершают, как будто какая-то сила давит на них. Они вроде не хотят, но это происходит. И все равно они это делают. Арджуна спрашивает Кришну. Почему эти души совершают какие-то грехи? Вроде они не хотят это делать, но это происходит как будто без какого-то желания. Какая-то неизвестная сила заставляет их это делать. И вот Кришна Бхагаван говорит, да, правильно, ответ. И вот смотрите, карма — это наш враг. Если мы делаем ее как попало, а если делаем как следует, то это наш, если мы понимаем, что это ягья, то тогда мы не попадем под влияние всех греховных действий. Но технику кармы мы должны знать, как ее совершать. Через карма-канду мы не можем обрести Бхагавана, но мы вынуждены это делать. Иногда под именем Бхакти можно видеть, что совершается какая-то карма. Но такое неправильное представление должно быть исправлено. Чистые преданные, они есть, они должны быть на весь мир хотя бы несколько, и мы должны знать, что Бхактинодара, она никогда не прервется, так или иначе она будет поддерживаться, и чтобы ее поддерживать, наши усилия должны быть направлены на это. И вот сеть карм, она очень опасна. Вот Шабари Муни, например, попал в такую ситуацию, совершив ошибку. И вот после этого он женился на 50 дочерях царя Мандаты. У него была такая широкая семейная жизнь, и потом он почувствовал какую-то боль в сердце, начал сожалеть: о, Кришна, какую же ошибку я совершил. 60 тысяч лет я совершал баджан, и сейчас все закончилось. И поэтому, если вы что-то делаете, будьте очень осторожны. Например, что-то делаете достаточно давно, и если совершите ошибку, оскорбление, то все закончится. И вы должны быть очень осторожны, как защитить свой баджан. Каждую часть секунды вы должны дважды подумать перед тем, как делать что-то. Попаду ли я в майю, в карму? Карма тоже майя. И таким образом мы должны думать, если мы что-то делаем, чтобы не совершали никаких аппаратов, ошибок, как вот это, как этот риши 60 тысяч лет совершал аскезы и в итоге пал, и потом через 50 лет или сколько там у него было, он опять начал совершать баджан. И смотрите,
И вот Индра Махарадж, он был очень горд. Он даже не подумал, что нужно выразить почтение Гурудеву. Нужно было хотя бы встать, а он сидел и даже не встал. И жена его, Шачи Деви, сидела слева от него. И вот он смотрел, что Гурудев пришел, но все равно не выразил почтения. И рядом стояли эти слуги его с апахалами. И вот Брихаспати решил пропасть, он сделался невидимым, и никто не мог найти его. Индра Махарадж попал в большую проблему, обусловленные души совершают ошибки, но иногда жалеют, что не нужно было делать то, что сделали. И вот Индра начал жалеть, куда же Гурудев пропал, и начал молиться, и признал свою ошибку, что Гурудев пришел, я мог бы встать, выразить почтение. Так просто было, но я этого не сделал. Он так сокрушался, все полубоги собрали собрание, что же делать, как мы можем яги совершать и прочее. И вот если кто-то, будьте осторожны, когда кто-то совершает оскорбление аппаратху в адрес стоп гуру вайшнавов, то этот человек может быть, померить как сам, так и его общество и прочее. С помощью майи это все может произойти, будьте уверены. И в этом большая проблема. И вот Индра Махарадж хотел совершить какую-то ягью, но кто ягью будет сделать, кто придет. И вот они решили Траштанандана Вишварупу пригласить. И вот они пригласили этого Траштанандану Вишварупа, взмолились его лотосным стопам, сказали, что у нас есть связь с тобой, ты наш родственник какой-то, должен помочь нам. Ты как гуру должен совершать яги, быть священником для нас. Пурохит – это слово очень полезное. Не каждый может пурохитом быть. Пурохит значит жрец буквально. На английском это прист. А на английском, на бенгали пурохит нельзя так перевести. Это глубокое слово. Те, кто пишет английские словари, у них представления нет о даршане, что такое даршан и философия. И поэтому они путаются в своих словарях. Философия – это не четкий перевод слова «даршан», поскольку «даршан» – это что-то глубокое, практическое чувство. А кто так говорит, что «даршан» – это философия какая-то, но нет. Да что делать, слов других нету. Вот пурохит не прист, не жрец, а значит пура. Пура значит агратаха. Перед тот, кто стоит перед обусловленной душой, чтобы принести какое-то благо ей. Хитаха значит мангал, благо. И вот пурохит значит тот, кто приходит к вам, чтобы принести вам какое-то благо. Это значение этого слова, как-то его объясняют по-другому, то это не то. И вот когда пурохит организует свадьбу какую-то с мантрами Сомведы, чтобы объединить сердца этих людей, чтобы они потом смогли жить семейной жизнью, и потом благодаря этой семейной жизни дети рождаются, дети преданными могут стать. Это хорошо. А если кто-то живет семейной жизнью с желанием наслаждаться, то только в майю погружается. И вот эти демоны пригласили Вишварупу как своего пурохита,
что Гурудев наш ушел куда-то, мы не знаем. И вот Вишварупа был вынужден прийти, но Индра он хотел обрести силу, чтобы бороться с Вритасуром. Он совершил оскорбление, потом проблема возникла какая-то, поскольку он хотел... Индра, он отрубил голову Вишварупе, поскольку заметил, что тот вот яги производит, предлагает все кому надо. И тут он заметил, что тот Шуясурам предлагает то, что он делает. И вот Индра выхватил саблю и отрубил голову, три головы Вишварупы, тот трехголовый был. И вот так на месте яги ни капли крови не должно быть, а что Индра сделал. И вот можно увидеть, что Индра совершил брахмахатию, грех убийства брахмана, и этот грех убийства брахмана прилетел, чтобы поймать, схватить Индру. Но Индра успел убежать, и вот он принял прибежище в Манасароваре у лотосных стоп Лакшми Деви, поскольку Брахматапа не мог туда попасть, поэтому он там прибежище принял. И после этого Риши Муни, которые его позвали, Индра мог слышать это. У полубогов есть и 18 различных йога-сидх. Они могут слышать издалека. Если я, например, позову Индру сердцем, то Индра вынужден будет прийти. Я был в Гималаях, по милости Бхагавана, я был там много раз. У Гурудева я тоже спрашивал разрешение. И вот я был в таком месте, которое за много километров от Гангутри. Даже на Гамуке был, где Ганга исходит, это очень опасное место. И там я залез туда, где запрещено. Туда, конечно, лучше не ходить, поскольку легко упасть оттуда и помереть. Тапаван называется. Не тот Тапаван, где Сита Деви и Рама были, это Тапабуми. Сидабуми. И там, если три ночи или семь дней, то если за три ночи не получится, то за неделю точно получится. Если вы будете молиться, звать какого-то полубога, он обязан прийти. Это зовется Сидабуми, поэтому это земля. Ну, в общем, в течение недели эти полубоги должны, обязаны прийти, если им молиться. И вот смотрите, это Тапабуми, и сейчас Индра Махарадж, если вы позовете Индру, то Индра услышит, он там, в том месте, но он издалека может услышать, поскольку у них этих 18 йогических совершенств. И Риши Муни сказали: «О царь, приходи, мы организуем великую ягью и избавишься от всех своих проблем». И вот они организовали ягью. И таким образом они пошли к Дадьячи Муни, чтобы тот помог. Вритрасур, откуда появился? Это Карамаканда. Когда И вот этот человек очень разгневался, создал Вритрасура, чтобы он хотел, чтобы из этой яги родился могущественное существо, кто мог бы убить Индру, но мантру неправильно произнес. Become
И вот мантра должна была быть такая, но произнес он неправильно, и в общем он... Мантра звучала вот так, но надо было по-другому. То есть первая мантра значила, тот, кто родится, будет убит Индрой. То есть наоборот, это вот так, из-за ошибки в произношении так получилось, но Шрила Бхактивиданта Бхарати Махарадж. И вот там, в этом доме какой-то вор украл что-то и убежал. И, а этот богатый человек, владелец дома, он заикался или что-то у него с голосом было? Не столь важно. Ну, в общем, он крикнул своему этому охраннику, что, эй, хотел сказать, держи вора, а сказал так, ну, за то, что заикался, в итоге получилось наоборот. Не останавливай, пускай идет, получилось. На хинди Бхарати Махарадж сейчас этот случай рассказывал. Там очень-очень похоже звучит вот так. Ну, в общем, вместо того, чтобы сказать, что держи вора, получилось, что не трогай, пускай уходит. И этот хозяин разозлился, что ты его отпустил, как вот вы сами сказали, что не трогай, пускай уходит. Вроде бы похоже звучит, но смысл другой. И также с этим браманом тоже мантру неправильно произнес, и в итоге Вритрасура получился, который должен был бы быть убит Индрой, а не тот, кто убьет Индру. Ну, в общем, и так получилось. И Индра думал, что же делать. Он очень могуществен. Когда Вритрасур смотрел и шел, все полубоги, они боялись. Он был настолько огромен, и потом они пришли к Дадьичимуни, и Дадьичимуни сказал: хорошо. Они попросили кости этого Дадьичи, что если вы дадите кости, мы сделаем ваджру, палицу и убьем этого Вритрасура. Дадьичи сказал: хорошо, он оставил тело, и вот они взяли его тело, изготовили из его кости, вытащили кости, сделали такое оружие очень могущественное. И это ваджра. С помощью ваджры только Вритрасур мог бы быть убит никаким другим способом. И вот Индра сражался с Вритрасуром на берегу Нармады в течение года. Большая битва была, и потом Индра, он смог отрубить голову Вритрасуре. И когда Вритрасур был убит, то опять этот грех убийства Брама пришел к Индре. И это вот кармаканда такая сложная, запутанная. Кармаканда, кто-то совершает одну ягью, в итоге проблема другой получается. Вот Харишчандра, он хотел
совершить ягью по милости Варуна Дева. Ну, в общем, эту ягью откладывал, откладывал. Ну, в общем, он его эту ягью откладывал, откладывал, опять откладывал. Варуна разгневался и наслал болезнь такую, что вода увеличилась в его животе до такой степени, что он ходить не мог. И проблема вот такая. И кармаканда очень запутана. Вы должны знать технику, как совершать карму. Сейчас я вернусь к прежней теме. Я говорил, что карма... Даже те суры, эти полубоги, они и то запутаны. Что же? Веда, она не отлична от Верховного Господа, и поэтому она очарована им. Люди не могут понять. И после этого в Бхагаватам говорится, из Бхагаватам это... Бхагаван, он сложен для понимания для людей. Когда Бхагаван Кришна, он пришел к Камсе, чтобы сражаться с ним, то все смотрели на Кришну, но видели его согласно своим самскарам и положению. Борцы, они видели его как некое оружие, как противника. Женщины, они видели, как его самого Камадева. Те гопи с Матхуры. Девушки видели его как возлюбленного, как трансцендентного Камадева. Нанда Баба видел его как своего сына. А Камса видел его как свою смерть в форме Ямараджа. И вот все видели Кришну, но по-разному воспринимали это. Есть великолепие Кришны, и поэтому... Это был сам Верховный Господь, поэтому он был сложен для других. В Веде можно... видеть, там говорится много вещей. Вот про Суратраджу в Пуранах описывается, что тот совершал тысячи яги. И вот однажды кто-то сказал ему, что посмотри, что ты делаешь. А, этот человек не только яги не только делал яги, а также приносил жертву коз. И тот
тут кто-то сказал ему: смотри, ты все эти яги совершил для себя, и смотри, вот эти тысячи коз, которые ты убил, они теперь будут убивать тебя в каждом рождении. И поэтому вот я, эти яги очень опасны, и нет другого решения. И вот в Чанде говорится о Дурге, вот такие стихи. В Ведах все ведет к тому, чтобы показать нам лотосные стопы Верховного Господа, хотя какие-то разделы всякой кармаканды могут быть очень запутаны. Но в итоге мы должны увидеть лотосные стопы Верховного Господа. Что такое карма, что такое акарма, викарма, это запутано, обычные люди не понимают этого, поскольку даже муни-риши, они тоже в замешательстве, и в Бхагаватам говорится. Веда косвенно говорит, и вот пример такой приводится, что если ребенок хочет есть много сладостей, но чем-то заболел и не хочет принимать лекарства, но мать ставит такое условие, что сначала ты должен съесть лекарство, и потом я тебе дам сладости. Но ребенок говорит: нет, давай нам наоборот. А мать почему делает? Ее желание, она не хочет принести какие-то неудобства своему ребенку от горького лекарства. Она просто хочет вылечить его. Нужно поймать ребенка, заставить съесть лекарство, как-то поторговаться с ним, что он получит за то, что съест лекарство. В итоге нужно предложить какую-то сладость, чтобы тот принял горькое лекарство и потом смог съесть сладость. Но желание матери, каково же цель матери была, чтобы исцелить ребенка от какой-то болезни, не для того, чтобы кормить его всякой горечью, а просто чтобы он выздоровел. И также когда доктор предписывает какое-то лекарство, мать, она кормит ребенка с этим лекарством, чтобы исцелить его. И также это не прямая процедура, через которую Веда хочет помочь нам избавиться от майи. И чтобы мы смогли в итоге познать Верховного Господа. Это делается не для того, чтобы запутать нас в карме, а чтобы освободить. И вот Шанкарачарья говорит в
вот в своей поэме. Это шлука из его поэмы. Это все делается для того, чтобы освободить нас от влияния кармы. И таким образом мы должны понять все это. Что говорить о материальном мире, даже в мире преданности, в нашей... А можно ли найти человека, который находится вне влияния всех гун материальной природы? Майя, победить влияние Майи очень тяжело, практически невозможно, даже Нарада. Когда он пришел к Вьясадева Госвами, он был не кем-то обычным, он Шакти Вишаватара. Он написал все, но все же Вьясадев Госвами не чувствовал удовлетворения. Когда Нарада, его Гурудев, пришел, то тот спросил, почему я не чувствую удовлетворения. И Нарада ответил: смотри, Риши Нарада сказал, ты сделал все правильно, ты взял много обетов, так много писаний написал, веды, веданту и прочее, но все же почему я не чувствую удовлетворения, какова причина может быть за этим? И вот Нарада сказал, ты сделал все, но не дал полное описание славы Верховного Господа. В этом твоя ошибка. Люди, естественно, они чувствуют влечение. Мужчины тянутся к женщинам, женщины к мужчинам, молодые к молодым и прочее. И это влечение Гуру Вайшнава они хотят чувствовать к Верховному Господу. И такое влечение я хочу чувствовать. И вот в этой шлоке говорится, что подобно тому, как мужчины тянутся к женщинам, и наоборот, я хочу стремиться к Верховному Господу. Мы должны быть всегда заняты в Харикатхе, в Харикиртане, не пытаться терять, не терять свое время. Мы должны сделать так, чтобы исполнять желание Гуру Вайшнавов и Бхагавана. А если кто-то делает что-то по своей воле, то что толку, как он может обрести преданность? И вот мы должны страдать от того или иного. И в итоге в Гите говорится, в наслаждение вначале выглядит очень хорошо, но в итоге приводит нас к океану страданий. То есть это про вещи в тамагуне. Я уже говорил, что если ваше сердце чисто и просто, то все равно мы в любом случае должны пытаться совершать баджан Кришне. Вот Махарадж говорил об этой шлоке. Anyway, now they cannot do bhajan properly, but still,
И вот Махарадж эту шлуку повторяет то, что есть у нас желание или нету, то все равно мы должны предаться Верховному Господу. И вот Нарада Махарадж говорит: и вот Нарада сказал, что ты совершил ошибку. Нарада говорит: о Риши, естественно, люди чувствуют влечение к какому-то материальному наслаждению. Шри Чайтанья Махапрабху, когда обсуждал эту Санатана Шикшу, он говорил: Бхарат Муни говорит, что мужчины и женщины, у них есть у обоих склонность к наслаждению. И вот Бхарат Муни, кто изучал эту тему камы, вожделения мужчин и женщин, вот, и вот он пишет, что это желание одинаково, как у мужчины и у женщины, это естественно по влиянию майя происходит, а это не специально не делают, а из-за майи это происходит. Если они поймут, что это майя, и попытаются избавиться от влияния майи с помощью гуру вайшнавов, то это хорошо, а если не... Ну, Махарадж говорит, что саньяси и брамачари не должны никаких ошибок совершать. Если они приняли отреченный уклад жизни, то должны всегда жить, а не там не пять дней в неделю, а всегда. Саньяса, значит, вы должны посвятить свою жизнь и душу Верховному Господу. Зачем вы что-то себе оставляете? Это плохо. Это оскорбительно. И поэтому я говорил вам, чтобы достичь успеха в баджане, нужно читать Виварту Джагат Ананды Пандита. Я много раз говорил, нужно читать читание Бхагавату каждый день. Это наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура. Вы должны читать прямо Виварту. И тогда вы поймете. И поняли ли вы это на бенгали слова? И вот здесь говорится, если кто-то говорит, что посвятил свою жизнь Гуранге, то просто говорить мало. Это плохо. То есть внешне говорить, что вы все посвятили Гуранге, это мало. Когда вы принимаете весь этикет Сиддханту Гуранги Махапрабху, то, что показал Гуранга Махапрабху, и тогда вы получите результат. Его характер, его идеализм, когда вы все это принимаете и следуете, то тогда можно получить должный результат. А если просто делаете на показ, то толку от этого нету. Как можно видеть, кто-то на показ совершает Кришна Баджан, но это выглядит отвратительно. Secretly,
Гуранга Махапрабху Шри Кришна Чайтанья, он пребывает в нашем сердце как Параматма. И вот иногда, когда кто-то показан и являет а то, если он на показ принимает саньясу или брамачарью, то ничего хорошего из этого не происходит. Такие люди очень скоро падают. Или можно видеть, какие-то люди на показ плачут, но это смешно. Если вы искренне совершаете баджан, то все будет говорить, что вы искренне. Это автоматически будет видно другим. Джагадананда пандит говорит, что просто если на показ носить тилаку мало какие-то внешние атрибуты вайшнава, и если такой человек занимается всякой ерундой, совершает оскорбление внешне, просто что-то носит на показ, то толку очень мало от этого. Джагадананда пандит говорит, что внешне, если кто-то носит одежду саньяси, например, но скрыто занимается всякой ерундой, то Гуранга Махапрабху накажет таких людей. О, Вьяса Муни. Люди без всяких наставлений, они употребляют всякие одурманивающие вещества, едят плоть, стремятся к женщинам. То есть люди стремятся к наслаждению, это естественно. Вот на хинди девиз такой есть: ешь, и на английском ешь, пей и живи. Это формула наслажденцев. Но это не настроение чистых преданных, и поэтому говорится здесь, Нарада говорит об этом, о Рише. В этом материальном мире это естественно, что люди стремятся к женщинам,
вину и прочим этим наркотикам и поеданию плоти, но то есть их не надо заставлять или вдохновлять это делать. Вот когда мальчик взрослеет, он естественно чувствует влечение к женщинам, ему не нужно книги читать, учиться чему-то, это автоматически происходит по влиянию майя. А вот зачем эта свадьба происходит, супружество, для того, чтобы наслаждать органы чувств в правильном ключе. Почему Верховный Господь, Он позволил людям жениться друг на друге, для того, чтобы они наслаждались, но в таком разрешенном виде, как, например, вот вино, если позволяется пить, то нужно предложить его каким-то определенным полубогам. После, это не значит, что после яги можно напиться вина, нет. Это не так. То есть там за запах, по-моему, можно только принимать. То есть людей не нужно учить каким-то вещам, это автоматически происходит. И моя просьба к тебе, сконцентрируйся на лотосных стопах Верховного Господа, опиши славу Верховного Господа, поскольку нет другого пути. Даже те майвади, имперсоналисты, если внешне они не совершают никакого гуру вайшнава сева, они оскорбители, но все же мы можем видеть, что Шукадев Госвами говорит. Раньше я был занят безличным браманом, но после этого я почувствовал огромное влечение, услышав Лила Вилас Верховного Господа, я почувствовал влечение к этому. Хари, Он Верховный Господь, Он. Что такое Атмарам? Если вы знаете санскрит, можете понять, я также попытаюсь объяснять. Атмани. Рамате ити Атмаран. Атмарам значит тот, кто не стремится к наслаждению чем-то внешним, а тот, кто черпает наслаждение внутри себя. Брахман тоже наслаждается, но этот безличный Брахман. А если кто-то хочет слиться с безличным Брахманом, то это подобно самоубийству. Это склонность к самоубийству. И когда they also start
Махапрабху показал 64 перед Сарвабхаума Бхаттачари 64 различных толкования этого слова. Что такое атма, что такое рамате, что такое мунайо, муни. И после этого Махапрабху значение рассказал каждого слова. Получилось 64 с чем-то. И в Бхагаватам описывается, в Бхагавате это Бимал Прасада, это наивысшее свидетельство. И вот там говорится, что Ахайтуки Бхакти, Ниргуна Бхакти, она... Многие преданные говорят, что мы не знаем санскрита, но когда слушаем, то различные стихи, они вдохновляют нас. Мы чувствуем какое-то хорошее чувство внутри нас. Если это не материальный звук, вам он будет нравиться. И продолжайте слушать, если не понимаете, все равно продолжайте слушать, поскольку осознанно или неосознанно вы избавитесь от своей обусловленности, вы очистите свое сердце через процедуру слушания и воспевания. И пытайтесь говорить, когда вы слушайте шлоки из Гиты, вы должны пытаться повторять их, а если не пытаетесь повторять, как вы их запомните, и, по крайней мере, пытайтесь вот слушать Гиту и повторять. То есть Гиту нужно слушать, а фоном включать оскорбительно. Чистая преданность, она очень-очень редка, это не шутки. Чистая преданность, она очень редка и чиста. И Рамананда Самвад, он основан на том, что Махапрабху хотел оставить нам. И там это все описывается. И в итоге, как достичь той огромной любви, чтобы иметь такие близкие отношения с Кришной. Это не шутки. Иногда кто-то гордится тем, что служил какому-то саньяси, который был занят проповедью на Западе. Ну, а я опять же говорил, что наслаждаться популярностью и милостью гуру вайшнавов – это разные вещи. Некоторые люди очень глупы, что не понимают этого. Кто-то хочет обмануть вас, и вы обманываетесь. Пытайтесь понять, начать сейчас. И кто-то думает, что уже слишком поздно, но нет, это никогда не поздно. Если я скажу слишком поздно, то я чувствую неудобно себя. Я должен сказать, что это никогда не поздно, поскольку Бхагавад Дхарма, Бхагавад Крипа, Гуру Вайшнава Крипа в любое время это может начаться. Нам должна, наше сердце должно быть и чистым, искренним. И Бхакти Деви, она может проявить свою милость. И мы должны ждать этого.
не заниматься всякой ерундой под именем Рагануга Баджана. Я вчера, мне как-то неудобно было, у меня что-то со здоровьем было не очень, я чувствовал себя как-то не совсем хорошо, я говорил, но не чувствовал радости. И я решил вечером, что сегодня должен объяснить это так, чтобы вы получше объяснить. И вот на сегодня, и вот также мы должны пытаться понять все эти темы. Это тяжело кому-то три часа почти сидеть и слушать. И вот на сейчас конец, с вашего разрешения. Дебаина чававаю, дибачарта хая раджан, кутумба бхарани нава. I can explain this look and end, and I can speak this look. Вот я сейчас объясню эту шлоку. Это санскритское слово. Натьям ночь значит. И вот ночь проходит в сне. Люди спят ночью. И кто-то даже спит. Спит, когда солнце взошло. Но это нехорошо. Нужно вставать перед восходом солнца. Это наставление. Я не хочу, чтобы кто-то вставал после восхода солнца без всяких отговорок. И вот жизнь людей проходит ночью. Жизнь забирается сном, но ночью. И наша жизнь проходит в наслаждениях, в погоне за женщинами. И вот кто-то в 50 лет обнаруживает, что уже слишком болен, жалеет о прошедшем, женился, скажем, в 25, и 25 лет наслаждался семейной жизнью, вот сейчас 50 уже или 60, но все равно есть вожделение, но уже физически не может наслаждаться, но склонность к наслаждению осталась. И вот эта склонность к наслаждению, она очень опасна. Она подобна тому, как... И вот эта склонность к наслаждению подобна... Подобно тому, как лить ги в пылающий огонь. И таким образом это не кончится, только огонь будет разгораться все больше и больше. И наслаждаясь, никогда нельзя насытиться, поскольку кама и удовлетворение – это разные вещи. Почему же нам не посмотреть на то, что мы можем потерять? И и вот так жизнь людей проходит в наслаждениях, в сне. И пока мы не получим милость чистой гуру вайшнавов, мы никогда не будем довольны по-настоящему. Днем можно видеть, что люди стремятся заработать что-то, работают. So, Diva Chorti Vaya.
Многие заняты с поддержанием своих родственников, многочисленной семьи, жены, детей, внуков и прочих-прочих, и вот работают весь день ради их блага. Махарадж пример приводит один этот Ришкавала, который этот, как его, таксист, в общем. Ну, не таксист, а такой Ришки, кто водит. И вот он ночью однажды приснилось ему. Что выиграл лотерею много миллионов. И вот его этот коллега пришел, разбудил его, что давай вставай, иди работать. А этот Ришкавала начал рассказывать, что такой сон прекрасный видел, а тот ты пришел меня разбудил. Мне приснилось, что я стал сказочно богат, смысл примера, что такие сны, всякие мечты о всяких материальных наслаждениях, они запрещены для тех, кто совершает Рагануга Баджан. То есть мы должны быть осторожны, чтобы не стать попрошайкой на духовном пути. И вот на сегодня конец. Завтра я продолжу говорить подробно. Вчера я начал с... Я слишком рано начал, сейчас я расскажу предваряющие вещи. Нидрая хрияте нактам бябаена чававайо дивача артехая раджан кутумба бхаранина ва ванча калпатирвасики басинды бевача патитанам павана бхавишна вьонамана.